Только что завершилась 7-я международная олимпиада КПИ Open, которая собрала более 200 участников 7 стран нашего региона. И мы очень рады, что по уровню участников, по сложности задач мы можем конкурировать с мировыми олимпиадами по программированию. Мы рады, что проект КПИ Open, а эта олимпиада проводится уже 7-й раз, и она носит имя славных, выдающихся кибернетиков и математиков Сергея Алексеевича Лебедева и Виктора Михайловича Глушкова. Мы очень рады, что этот проект приобретает все больше и больше признания в нашей стране и в других странах мира. Мы рады, что сложность задач увеличивается, а правила, по которым соревнуются молодые талантливые программисты, являются универсальными. Они полностью соответствуют правилам мировых олимпиад по программированию. Поэтому наша региональная олимпиада, она может быть трамплином, следующим этапом для участия лучших талантливых программистов в олимпиадах мирового, европейского и мирового уровня. Я с большим удовольствием хочу пригласить всех желающих принять участие в интеллектуальных соревнованиях следующего года, в олимпиаде КПИ Open 2013 года. Это очень важно, поскольку проект следующего года будет более масштабным. Мы ожидаем более 10 стран мира, мы ожидаем значительно большее количество участников, и по сложности наши задачи будут полностью соответствовать олимпиадам европейского мирового уровня. Я также хочу пригласить талантливых ребят принять участие в летней школе этого года. Летняя школа собирает лучших лекторов из Соединенных Штатов Америки, Японии, Европы, России, Украины. И это двухнедельный мозговой штурм, который оценивается университетами мира, в частности университетами Соединенных Штатов Америки, как летняя программа весом в 2 кредита для студентов, участвующих в нашей летней школе. Мы очень рады, что олимпиада КПИ Open с момента, когда она была задумана, кстати, она была предложена нашим выпускником Иваном Плотниковым. И с тех первых наших состязаний до настоящего времени олимпиада собрала более 2000 талантливых молодых людей из различных стран нашего региона. Всего можно назвать 15 стран, представители которых приняли участие. Мне приятно сказать, что со многими из них мы продолжаем поддерживать контакты и отношения. Мы знаем, что участники первых олимпиад стали успешными учеными, успешными бизнесменами, и они состоялись как нестандартные, неординарные личности. Поэтому это еще один вклад нашей олимпиады в создание качественного человеческого капитала. Собственно, люди с этим уровнем знаний, они фактически изменяют современный мир. И мы рады нашему скромному вкладу и в этот глобальный процесс. Дорогие друзья, будем рады видеть вас в наших следующих олимпиадах КПИ Open, будем рады видеть вас на наших летних школах, будем рады слышать о ваших успехах в вашей жизни, в вашей карьере. Мы желаем вам состояться как людям с большой буквы, высоким профессионалом, людям успешным, которые действительно изменяют современный мир. Удачи вам и до следующих встреч!